Пиздец, Иваныч. Кстати, у нас так холодно. Так холодно. Сейчас я чай попью. И пойдем на улицу. Пойдем на улицу, поймаем курицу. Там курица, индюшки есть. Индюшки. Индюшатки, прости господи. Надо как-то мозаику начать делать. Желания нету просто мозаику делать. В данный момент что-то так неохота ничего делать. Вот после операции мне вообще ничего не хочется делать. Чисто рейн. Хотя что стареть-то? Уже 46-й год скоро, а толку никакого. Господи, жизнь такая подрючая. Жила бы мультипульти была. Господи. Я капусту приготовил, кстати, девочки, мальчики. Капуста с запахом лука. У меня чеснока нету, пердеть не могу. Говорит, ну ёб твою мать, ну ты поперди. Так как поделать-то? Плохой воздух держать в себе некрасиво. Плохой воздух нужно сразу на волю делать. Типа, так. Так, капусту я делаю. Короче, вот такая вот баночка, девочки, мальчики. Такая капусточка. Вот, видишь, капуста просто отпадная. Сам дело. Вот. По кипрскому рецепту. Да и по вашему можно. Короче, капусту крошите. Крошите капусту. Морковку. Херась-херась. Туда добавляли, то есть, потом помяли немножко, вот так, помяли, вот так пожманкали. Ну, как будто как титьки помяли, прости господи, пузо, музыка. Ну, оно сок даст, сок даст. Когда сок даст, ну, вы его просто под этот вот, как его, под пресс положите. И пусть оно до завтрашнего дня стоит. А потом на следующий день... А, еще водичкой можно. Водичкой залить. Вот соленой. Ложка. Ложка соли, ложка сахара. Залили вот этим рассолом. И все. И оно у вас стоит и нормально. То есть до завтрашнего дня. Очень вкусная капуста бывает. Можно зимой делать. Сейчас, понимаете, зимой капусту можно купить. Зимой можно и весной можно. Круглый год капусту покупай. И ничего. Не будешь же ты, ёлки-палки, у себя на балконе растить. Правильно? А то иногда некоторые люди... Вот я пытался в этом году эти приготовить. То есть огурцы. Это. Вы поняли, да? Ростить. Ну, вы поняли, да? Выращивать. А они у меня не получились. Залилась эта хуета, блядь. Как сказать? Ерунда вот эта. Белокрылка. Хер, блядь, потом вывел. Короче. Только, знаете, надо огурцы выращивать только на улице, а не вот на этом пороге. Понимаете? Вот. Это мы просто... Ой. Судакову смотрел. Смотрел я, конечно, я там комментарии... Ой, блин. Если комментарии там смотрел... Там читать комментарии надо. Там смешные такие комментарии, ржать только можно. Это я люблю. Поржать очень интересно. Ой, господи.
такая вот ерунда.